Приветствую вас, дорогие мои. Не случайно в моих руках пайетки. У меня для моего нового проекта понадобилась пряжа с пайетками. И я села за заказ и поняла, что слишком дорого за 100 грамм пряжи с пайетками заплатить 650 рублей. У меня этих пайеток полно всяких разных. И ждать там 4 дня, либо с Алиэкспресса заказывать за 250 рублей 50 грамм. Как-то это... что я буду? Сама сделаю. Для этого мне понадобится два размера пайеток. 6 миллиметров и 3 миллиметра. У меня вот такие вот. Это голографические, они не плоские. Они вот такие переливающиеся. Нитка в цвет. И крючок... У меня единичка, вот если вам видно, у меня единичка. Такой тоненький, чтобы можно было вставить в пайетку. Итак, берем наши ниточки. Ниточки обычные, швейные. И вяжем крючком воздушные петельки. Зацепили. Я так думаю, что показывать вам не надо, как вязать воздушные петельки, цепочку из воздушных петелек. И аккуратненько начинаем вывязывать. Давайте сперва 10 петелек сделаем, для того, чтобы присоединить. В каком порядке я буду делать? Значит, маленькие самые пайетки будем делать через 10 петелек. Надо, наверное, поменьше, потому что тут дырочка-то совсем маленькая. Вставили. Зацепили. И вытащили. И провязываем дальше. 20, нет, 10. Через каждые 10 у нас будет маленькая, через каждые 20 большая. И вам так просто кажется, что это очень долго, муторно, но поверьте, когда вы приноровитесь, вам покажется это легко, быстро и просто. Так, вдеваем. Так, трясется, да? Без разницы, как вдеваем бисеринку сюда. То бисеринку, вот видите, да? Пайетку. Протаскиваем через нее. Ничего такого сложного здесь нету. Вам приноровиться только надо. Так. Вот. И провязываем. У нас получается вот такая вот. Так вот, я поменяла крючок, взяла чуть поменьше, потому что вот в маленькие в эти у меня не проходит. Так, надеюсь, вам видно. Подцепили и
Вы когда будете вязать, вам будет более понятно, чем, конечно, на видео. Потому что это очень сложно маленьким крючком таким. И вяжем дальше. Вот у меня получается вот такая ниточка. Ничем она не хуже ниток с Алиэкспресс или той же самой Ализе. Тут вы вольны делать так. Потом просто присоединяем к нашей основной нитке, которую мы будем вязать полотно. И вот. Обязательно покажу вам, что получилось. Если вам нравится это видео, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока-пока!